Всем привет! Вы на канале Let's Go to the Play. Продолжаем играть Fit and Grow Fish. И у нас новая карта, океан и новые рыбы. Сейчас посмотрим, во что мы еще не играли. Так, в эту играли. Какая-то вообще уродская, непонятная рыба, пиранья. 10 монет стоит, но она, думаю, нам неинтересная. Нилит какой-то. Нилин. Тоже что-то не знаю. А давайте поиграем за него. У нас, по-моему, монеток хватит. Сколько следующий стоит? 20. Вот. Пока у нас есть монетки, будем играть за Нилина. Хрен пойми, что за рыба. Так, нажмите пробел. Ох, какая селедина. Так, в океане, ребят, мы еще не плавали. Карта новая. И что здесь жрать? Так. Пацаны, вообще, ребята. Сразу. Ни хрена себе, вот это, да. Помогите, помогите, чуваки. Вы что, меня же сожрали почти. Никакой ни шеф, ничего не работает. Вот это меня растерзали. Слушайте, вот это зверская, просто зверская рыба. Я даже не успел никуда выехать. Выплыть. И все. Еще минус 15. Отлично, ребят. Сразу, то есть, меня здесь запороли. Походу, здесь из-за слабых рыб вообще никто не играет. Я не знаю, откуда приплыла так кровожадная, блин, рыбешка, которая меня просто вмиг сожрала. Я копил, копил, тут, понимаешь ли, монет. Плавал, всякие кораллы, рифы, грибы на стенах. Так, и кого мне жрать? Главное, чтобы меня не сожрали. Так, а вот это что такое? Где-то есть можно? Какая-то херня непонятная. Так, что-то вроде как-то вырос. Так, какие-то непонятные вот эти вот штуки. Ни хера себе, как они быстро гоняют. Да, хрен тут, походу, угонишься за этой. Так, я что-то не пойму, она что, против меня, что ли, там рот успел, хотела раскрыть? Так, кто тут против меня рот раскрывает? Так, сейчас какую-то эту зебру мы захаваем полосатую. Блин, нихера себе, как долго ее жрать-то, а? А сколько мне интересно, там, блин, мясо рядом лежит. Слушайте, я ее не загрыз? Вот это да. Она вообще какая-нибудь, вообще хоть всеядная или нет? Так, сейчас я тебя все-таки размотаю. Так, сейчас только вот здесь где-то мясо было. Уже, походу, нету. А, слушайте, вот это ни хрена себе. Вот это я кусман урвал. Он даже в глотку не лезет, сразу там кучу монет дали. Где-то здесь я видел, или мне показалось, уже мясо улетело, да? Походу, да. Так, тут всякие непонятные водоросли. От них мы более-менее растем. Так что мы... Так, это что такое за цветок непонятный? Пасть у нее здоровая вообще. Так, может, его так можно? Его так можно прям сосать. Да, карта здесь, ребят, довольно интересная. И большая. Так, я вижу там какого-то... Так, непонятного угря. Его вообще можно сожрать? Нет? Надеюсь, чтобы он меня не сожрал. Так, ребята, слушайте, он, походу, меня сейчас зажрет. А может и нет. Здесь, как ни странно, никто тебе не помогает. Там, когда в предыдущих роликах, так, были, там мы спокойненько нам помогали. Такие же похожие рыбешки пираньи. Так, вот уже мы до третьего уровня апнулись. Я еще не могу проплыть карту. Здесь вообще красивейшие пейзажи под водой. И куча охеренных всяких флоры и фауны рыб. Так, вот какой-то светящийся гриб. Нормально, пускай светится. Так, а где вообще вся рыба? Что-то я тут вообще заблудился. И что ни разу не включал эту карту. Вот прямо сейчас только вот сел играть и включил. Потому что неинтересно, когда уже чуть-чуть поплаваешь, и там даже ничего в голову не идет, что можно рассказать. Так, морская звезда. Оп-хо, вот это я его раздраконил в один присест. Так, что-то тут можно, можно захавать. Так, а где все рыбы-то пропали? Нихера себе! Это туда точно не поплыву, это вообще какой-то супер монстр кит. В следующих сериях такую попробуем выбрать. Так, я вижу на дне опять такую же какого-то типа угря, что ли, как они там эти называются. Забыл, как они такие называются, которые... Сейчас, может быть, вспомню, но хотя что-то в голову вообще ничего не идет. Сверху еще какая-то рыбешка плавает, я вижу, вон тень. Так, отличненько, 55 монет накопили. Так, это какая-то мелкая пиранья, да? Ах ты, шуха. Шуха. Так, вот это
Плоская рыбина, в прошлый раз я ее вообще прям не мог сожрать. А сейчас не то, что сажать, сейчас догнать, походу, не смогу. А может смогу. Нет, это не та. А может я уже просто так вырос? Охренеть, я ее просто сейчас в один и хлобысь. Все, перекусили мы полностью эту рыбину. До третьего уровня мы вообще вот уже апнулись. Так. Куда ты сейчас мне прям в рот упадешь? Вот это я ее смачно, короче, ребят, поймал. Она только выпрыгнула, и все, я ее здесь подсек. Так, давайте посмотрим свысока. Так, а, это такая же, как я. Нили какая-то игра. Ой, игра рыба. Так, а здесь что у нас? Так, они что-то тут вот такие около этих светящихся грибов, да? Плавают все. Значит, что-то тут они может. Ух, нихера себе, вот этих куча зебр тут этих. Плоских зебр. Куда, куда, куда? Это что такое, а, мистер Крабс? Тебя-то я точно затащу. Если уж пираньи их хавал, тебя по-любому. Еще два удара. Два удара. Там мясо сколько, до хренища плавает, только собирай. Охренеть, только собирай. Вот сказал, блин, только собирай. Или это не мясо? Что такое? Так, какая-то хрень непонятная. И какая-то пучеглазая синяя рыбка проплыла. Так, блин, я зебру-то хотел захавать, а что-то не получилось. Они все куда-то свалили. Я еще все... По-прежнему не могу оплыть карту. Так, блин, с двумя рыбами погонишься, ни одной не поймаешь. Ну хоть тебя-то, а? Да хоть кого-то, дайте мне сожрать. Куда уплыл? Так, я вообще что там ем? Даже не понял, что сожрал. Ага, вот ты. Я не тебя сожрал. Сейчас я тебя сожру, не ссы. Не ссы в компот, чувак. Все, отключился. Еще пару ударочков укусом. Главное подольше подержать, и я тебя прям размолочу. Охренеть у него мясище, кусище. Что она там? Сейчас до четвертого, ой, четвертого, до пятого уже мапнули. 73 монеты нам затащили. Я думаю, сейчас мы так и на ту большую рыбину можем выплыть. Хотя вряд ли, нет. Та охеренная рыба, это просто охеренная. Так, вот какая-то... Ах ты шкур, она меня не видела. А может и видела, но что-то прям как-то... Куда, куда? Я тебя сейчас все равно догоню. Вот только ты выпрыгнешь и прям мне в рот. Отлично, ты слушай, умеешь прям. Вот эти рыбки мне прям нравятся. Они что-то выныривают и их тут прям хаваешь. Ну давай уже. Я тебя все равно разорвал, зебра. И хлоп. Хлоп. Прям такие мощные укусы, все, я ее переломил. Но еще разочек надо тяпнуть, чтобы прям раздробить это ее мясо, и оно, чтобы залезло мне в рот. Так, 81 монетка, так, там как эта рыбешка. Ха! Охренеть, это ж осьминог. Так, ты что-то, куда ты, дорогой? Что с тобой, ты не помер ли случайно? А, ребятки, он помер, а я что-то гоняюсь, пытаюсь его захавать. Так, осьминогов у нас еще не было. Так, идем дальше, плывем. Смотрим, что там. Так, там вообще что-то рыбы куда-то прыгают. Так, а это что такое? Так, крабик, отлично. Слушайте, они тут по стенам, что ли, ползают? По скалам? Ладно, хрен с ним, пускай ползают. Главное, чтобы нас их побольше было. Так, что там, две монетки за него дали. Ну, опа, вот это прыжок. Так, нету здесь больше никаких крабов-то. Я надеюсь, отсюда можно вылезти потом. Так, нормально. Такой вообще прям песчаный пляж, я куда-то попал. Ха-ха, на пляж с крабами, я его запалил. И сейчас сходу попробую его в один щелк. Щелк, и я его сразу только... 3, 4, 5. Нет, что-то его не получается. 6 прикусов я его раскусил. Так, там что? Ха-ха. Ох, нихрена себе, они еще и прыгают. Ах вы, ублюдки, жить что ли хотите? Он еще и там пытается что-то барахтаться. Ну ладно, дружище, тебе не повезло. Как обычно. Так, ну здесь побольше, ребят, живности, я бы вам сказал так. Чем в предыдущих картах. И у меня уже эта селедина скоро не будет в экран помещаться. Морская звезда в щепке. Вон она стоит, зверская акула. Слушайте, а может нападем на нее? Интересненько поближе посмотреть. Может, она не такая уж и большая? Да, бы хрен. Хотя... Интересно знать. Она нас будет нападать или нет?
По-любому будет. Вон пасть свою раскрыла. О, какой-то фонтанчик подводный. Так, и где она? Ха, свалила. Засала. Я знал. Так, ладно, фиг знает, тут вот мясо валяется. Еще мы чуть-чуть апнулись. Так, ладно, сейчас мы запорим опять эту зебру. Но все-таки, блин, может стоит на эту акулу попробовать. Сейчас, не знаю, попробуем прокачаться. Но не знаю, получится ли она реально зверская. Ну что, народ, я все-таки решился и попробовал напасть на акулу. И вот что у меня получилось. Я на 6 уровне, даже почти 6,5 уровней, даже 7 не докачал, я все-таки напал на акулу, и я ее порву. Сейчас я ее, ребятки, порву. Она меня почти все жизни забрала, но не факт. Все, акула уничтожена. И на этом я буду заканчивать этот ролик. Всем, кому понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Мои прошлые видео можно посмотреть, кликнув по аннотации. Всем пока.